Здравствуйте, меня зовут Ваня Богданов. Мне 6 лет. Я живу в городе Москва. Занимаюсь тренинг-студией «Актер». Еще я занимаюсь плаванием, занимаюсь английским. Люблю кататься на гироскутере, на самокате, на велике, на роликах и коньках, на санках и на снегокате. Еще я люблю есть макарошки, это очень вкусно. Еще я снимался в разных рекламах, участвую в разных показах, работаю в театре «Этцетера», и я актер. Однажды мы приехали на одно очень соленое озеро, и там было очень весело. Ну, там, правда, были везде камни, можно было бы поцарапать ноги. Потом был очень-очень тонкий мостик, мы через него проходили. Но сначала там не было прохода, мы не видели прохода. Потом мой папа нашел этот мостик, потом мы проходили через него. И потом нашли это озеро. Потом там были такие маленькие крабики, они очень хорошие были. Но если туда залезть полностью, там может оказаться мама или папа, а потом укусить. Они же все-таки большие будут. Там нельзя было купаться. Мы увидели там только одних посетителей, потому что там нельзя было купаться. Потом мы пошли обратно. Это уже не такая добрая история получилась. Сначала я свалился, у меня появилась маленькая-маленькая такая царапинка. Потом мы ее сразу залечили. Потом бабушка свалилась, огромная царапина, там кровища была. Мы ее залечивали, не залечили. Потом поехали в аптеку, чуть-чуть залечили, потом поехали в больницу. Ей почти все залечили, чуть-чуть осталось. Потом ей замотали бинт, мы поехали к ней домой. Потом мы оставили ей лекарство, чтобы залечить до конца эту ногу. Потом мы поехали в отель с мамой и папой. Ах, какой он славный! Лапки, носик, ушки. Я сегодня манной кашки не докушал, и со мной странный случай приключился. Медвежонок манный из комков слепился. Он немного странный, глазки из смородин, но зато на прочих не похож уродин. А чтобы был заметнее, труд мой не напрасный. Из брусники красный, язычок прекрасный. Я сказал Верзиле, дядя в магазине, сколько бы медведей вам не привозили, нет у вас такого. Он же бесподобен, он еще удобен тем, что он съедобен. Дядя удивился и спросил упорно, почему ваш мишка белый, а не черный? А что, он иностранный, я ответил гордо. Он из каши манной, и спина, и морда. Дядя был не глупый, это и тревожит. Он сказал, что взрослый так слепить не может. А почему не может? Никто не угадает. Потому что каждый взрослый кашу доедает.